Всем привет, уважаемые зрители, привет из Анапы. Сегодня у нас 19 декабря 2021 год. Я позанималась 45 минут на тренажерах. Фух, немножко дышаться надо. Я вот направляюсь по улочкам, погуляю, в район центрального рынка иду. Видите, как у нас зелено. Чуть я даже не поняла, на какую улицу вышла. Сейчас посмотрим. Сегодня солнце светит, дождя нет. Приятно гулять, заниматься. Ну, кто только присоединился к моему каналу, хочу напомнить, что я 3 раза в неделю хожу по 1.5 часа, уже даже по 2. Добавляю побольше, когда тепло, можно больше погулять. И добавила 45 минут занятий на высоком берегу. Есть тренажеры, и хожу туда заниматься. Ну, пока тоже 3 раза в неделю. Бывает 4 раза в неделю. Тяжеловато, но занимаюсь. Ну, а сейчас вот после занятия у меня ходьба. Направляемся в сторону центрального рынка. Улица Калинина. Корпус номер 2. Какой-то санаторий. Дальше там Малая бухта. Ну, а я по Калинина буду идти по скверику. Видите, у нас еще цветочки цветут. Установили елки. Разукрашивают, украшают город. Становится так уютно и красиво. Это улица Таманская. Тоже зеленая. Очень много сосны, туйки. Ой, птички поют. Видите? Весь ряд и все туйки. С той стороны тоже туйки. Там еще можно пройти с той стороны. В общем, город украшают. Становится очень уютный, красивый город. Везде включают подсвечники какие-то, свечи. Одевают город разнообразные красивые елки, украсили центральный пляж. Можете посмотреть, уже 2 видео я выставила и поделилась своей радостью. Вечерний город, и ходила гуляла утром. Мы уже поставили апельсин, снеговиков, большой театр, кинотеатр, где можно смотреть новогодние концерты. В общем, готовимся к Новому году. Я продолжаю гулять по улице Калинина. Вы смотрите, друзья, дошла до Дилуча. Я перехожу специально дорогу, показать вам, как зелено, как ухожено и какие растения растут. Красота. Прям хочется прогуляться здесь. Все подстрижено. Разнообразие кустарников, вечно зеленых. А вот издалека я увидела вот этот куст. И вот я сейчас к нему иду. Посмотрите, что это. Даже не поняла. Увидела, что он такой красивый, красный. Думаю, подойду ближе. А, это рябина, кажется, да? Гудит вентилятор рядом. А вот еще один куст. Видите, цветет. В этом году у меня тоже зацвела сирень в декабре. Вот еще красивые кустарники. Сейчас подойду с правой стороны. А вот с левой стороны уже вывесили плакат с Новым годом, елочки, снеговики. Ой, как тепло сегодня, хорошо. Вот еще какие-то интересные кустарники.
желтыми цветочками. Вот этот я не знаю, как называется куст. Напишите в комментариях, кто знает, как называется этот кустарник с желтыми цветами. Туйки, можжевельник. Ой, какой красивый. Ой, как медом пахнет. Подошла ближе показать вам цветы. Смотрите, медом пахнет. Это вот возле Делуча, возле санатория. Выкопали здесь. Были цветочки, вот видела, только гуляла. Наверное, будет новые сажать. А вот уже посадили. Аллейка какая. И с этой стороны такой же куст красивый, желтый. А это роза. Да? Нет, это... А, роза, да, роза. Кустарники роза. С правой стороны у нас санаторий «Надежда». Я перехожу дорогу. Народу совсем никого вообще. Воскресенье сегодня. Даже... Вот на берегу, где я занимаюсь, очень мало было людей. Здесь тоже красиво, как цветочки. Ну, климатические условия позволяют высаживать. Температура плюсовая. Красиво в декабре, в январе. Единственный минус для огорода, что букашки-таракашки не мерзнут. Земле надо обязательно минусовую температуру, чтобы вымерзли насекомые. В Анапе это случается очень редко, чтобы минусовая температура была. Вот как Надежду красиво украсили к Новому году. Санаторий «Надежда». Время у нас 12:05. Вот 5 градусов. Так, что еще пишет? Санаторий «Надежда». Ну. Предлагает следующие услуги, процедуры. Водорослевые обвертывания, кедровые бочки, инфракрасные сауны, ванны, фитнес, бассейн и другие виды. Вот 19-12-21 год. Мест очень много красивых и зеленых в Анапе. Вот куда бы вы ни повернули, везде можно погулять, насладиться ароматами сосны, елки голубой, пихты. Этого добра у нас хватает. Посмотрите, как уютно сделали. Вот еще розочки цветут. Уже прям... Совсем их мало, но цветут. Но я направляюсь дальше. О, можно было по той стороне прогуляться. Сегодня мы планируем покупать елку. Будем тоже украшать дом. Установим. Ой, слышите, как птицы над головой летают?
и поют, чирикают что-то там. Вот еще какая-то дама тут у нас. Здесь установили елочку, красавицу. Так, а я направляюсь дальше.